позвонила в службу 112, или как они там называются, это, короче говоря, сказали переключение, что-то, короче, там с проводами опять. Минут 10-15 подождать. Вот такие вот дела. Так что сидим, ждем. Посмотрела в эту духовку, хлеб вроде еще пока нормально, более-менее, поэтому ждем. Надеюсь, что быстро включат. Кошмар, короче. Ваня, уйди, а то там... А, Ваня, стой. Смотрите, мы Ваню постригли. Ваня теперь крутой? Посмотри на маму-то. Ты именинник мой. Скоро торт будем кушать. Сейчас ждем Катю, Оксану со школы. И будем Ваню поздравлять. Потому что мы всегда поздравляем всей семьей. Ваня тут, говорящая азбука, разговаривает. Ваня, она что сама собой разговаривает у тебя? Ты просто ее включил и забыл выключить? А я думаю, что она мне говорит? Нажми на кнопку. Давай, это он тут буковки, да, Ваня, учит? Пока. Все, попрощалась, заново тебе сказала пока. Азбуку повесили тут его. И вон ее. Этой азбуке уже, ой, сколько лет. Много. Все еще живая. Ладно, короче, ждем, когда включат свет. Дорогие друзья, у нашего именинника сегодня день рождения, и мы его хотим поздравить. Ванюша, слушай маму внимательно. Сегодня тебе исполняется 4 годика. Мы тебя хотим поздравить. Загадай какое-нибудь желание, чтобы оно сбылось. Загадал? Нет. Что ты вот, например, хотел бы? Бомби. Бомби. Ну давай, задавай свечку. Да что ты, сил не хватает. Все, с днем рождения. Держи подарок, доставай, показывай, что там. Ой, не надо, подожди. Ваня там все в шоке будет. Подожди, подожди, подожди. Маш. Подожди. Ваня, показывай, что это. У тебя аж там 2 подарка. Давай покажем. Давай маме. Давай покажем. Ваня. У него один вот такой вот набор. Парковка. С машинками. Тут должно быть детали сборки 15 штук. Машинка одна. Дорожные знаки и набор наклеек. Мы потом обязательно обзор сделаем. Давай второй покажем. Ой, неправильно он мне подал. Подожди. А второй набор вот такой вот. Света, ну-ка помоги развернуть. Вот так вот, посмотреть, что здесь. А вот эти вот детали здесь. В комплекте, по идее, должно быть 3 машинки. Или 4, или 5 даже. Ну показано 4, 5. 4, но это еще... Самолет и это. Ну, а тут, по идее, 1. Ну-ка, разверни. А тут? Может, не там, а... Ну, сейчас посмотрим. Ну, сейчас попозже посмотрим. Давай, Ванечка, сначала будем тортик пить, да? С чаем. Вот такой вот тортик у него, свечка 4 годика Ванюшки. Но мы позже, по идее, будем праздновать Машина и Ваня на день рождения. Будем все вместе позже праздновать, так как сейчас по деньгам у всех трудно. Сейчас делаем чай и пьем тортик, а потом покажем уже обзор ваших машинок, да? Ваниных машинок, там целая куча будет машинок, да? Ваня, красивые? Ты хотел такие? Твоя мечта сбылась, Ваня. Смотри, сразу ты свечку задул, и ты получил бомби. Как ты и хотел, да? Мечта твоя сбылась, а все. Ты счастливый. Так, ребята, спекла первую партию хлеба. Такой вот он получается. Мне тут подписчица написала. Да вы врете, вы его... А я не сами пекете. Ребят, если вы не в курсе, у меня свои формы для хлеба есть. То, что они удивляются, как-то как магазинский хлеб получается. Формы, мол, такие. Сейчас в интернете есть формов много для хлеба. Я, кстати, еще хочу поискать и купить, потому что 2 формы мне мало. У меня бы 3 бы как раз влазило бы в духовочку идеально просто. Вот хочу только не резиновую. У меня резиновые были, они мне не понравились. Мне надо железную, вот, как вот у моей бабушки, вот такие. Старые, вот как у меня есть. Вот такую вот форму. Короче, первые 2 булки спекли. Сейчас покажем, какие машинки. Так, Ванюш, какой ты первый подарок будешь? Вот этот распечатывать? Ну, давай, Света будет помогать и распечатывать. Посмотрим. Ваня, подожди, не сломай, аккуратно.
Машинка. Да, показывай на камеру, какая машинка. Вот так вот. Молодец, какая красивая. Все, умница. Сейчас дальше. Ой, там собирать надо, там целый конструктор, да? Сейчас Света тебе поможет собрать. Подожди. Мама, я дома хочу. Чтобы знала, как. А там по картинке смотри. Все, ладно, пусть собирает, а потом покажем, какой результат получится. Первую мы собрали. Сейчас будет Света собирать вторую. Пока я готовлю, Света собирает. Фотографию вставлю, что получилось. Ну, там Ванюша просто уже, видите, ребенок уже играет. Все. Ребенок ждет, когда ему сестра соберет вторую, да? Станцию. Мне интересно, сколько здесь будет машинок. Ну, Ваня, подожди. Вот в этой детали не хватает. Причем несколько. Наклейки тоже есть, да? Ваня, подожди. Сиди. Спокойно. Что еще там есть такое? Еще наклейки, но тут другие уже наклейки, да? Это чемодан будет, как я поняла. И там должно быть 5 машинок. Посмотрим, сколько будет. Достанешь. Чемодан. Подожди, Ваня. Что ж достанешь, да? Машинка. Убирай коробку. Там инструкция, как делать. Вот такая вот машинка. Держи, Ваня, машинка. Сейчас давай посмотрим, что у нас здесь. Оба-на. Машинка одна. Нет. А это не еще. Вон еще одна, Ваня, машинка есть. Две машинки, да. Место. Вот смотрите. Где мы смотрели? Видите, на коробке написано. У нас два. 5 машинок. А в оконцовке пришло только 2. Кошмар, короче. Лифт. Посмотрим, детали все, не все. Лифт есть, да, лифт есть. Он тугой. Ну все, вот это вот переворачивается, видишь, вот оно делается. Переворачивается, наклеивается и делается. Ладно, все, пускай Света соберет сейчас, и потом покажем вам результат. Так, пока там собирают, я тут кушать готовлю. У меня тут лук зажаривается, сейчас зажарится, морковку закинем. Здесь бульон варится, будем скоро фрикадельки закидывать. Как закипит, так фрикадельки закинем. Суп с фрикадельками сегодня вермишелевый будет. Ладно, готовим кушать. Все, дорогие друзья, все, все собралось. Это на втором было все? Да. Да, там было все. Ну, кроме машинок, почему-то только 2 машинки из 5. Не понимая, почему. Ну, не очень, конечно. Ну, вот такие вот 2. Ваня, Ваня, ты довольный? Да. Да? Все, будешь сейчас играть. Нет. Пишите, какой вам больше нравится. Нет. Та-дамс. Уже 4 булки. Горяченький, вкусненький домашний хлебушек. Ставьте лайки, если вам нравится. Так, мои хорошие, сварила суп с фрикадельками. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У меня последняя булка хлеба допекает. Сейчас достану и все. Дорогие друзья, Света дорисовала свою картину. Вот так вот получилось красиво. Напишите, как вам. Не, ну это, конечно, не мое. Ей почему-то нравится. Какую теперь хочешь? Не знаю. Что, не придумала? Ну, вот такая вот красота. Краски остались еще, да? У нее получилась красота. Я валяла. Пишите, как вам. Вот такой, ребята, у нас был день. Немного поснимала. У нас время уже
Ой, первый час. Уже час ночи. Короче, пошла я переодеваться и спать ложиться. По идее, еще псу надо помыть, но у меня уже сил нет. Я спать хочу. Сейчас досмотрю ролик и спать пойду. Завтра будем кошку мыть. Она сегодня опять в печку залезла. Видите, какая вся чумаза, видите? Поросенок. И пришла к маме сила. Да? Ты спать маму зовешь? Она любит с нами спать. Ладно, всем хороших сладких снов. Всем говорю пока-пока.